Всем привет, сегодня с вами такое влоговое видео, и в нем я хотел бы вам рассказать, как я сегодня купил набор за 39 рублей, 99 копеек, и для того, чтобы доказать вам, что это не какой-то там кликбейт, вот сам этот набор, во-первых, который я купил, вы спросите, зачем мне Lego Friends, ну, как я уже сказал, 139 рублей 99, и здесь довольно интересные детали, и, возможно, даже сделаю на него обзор, ну, и в качестве доказателя, вот я сохранил чек, и, как видите, вот первая строчка, надпись Lego Constructor, Friends for Gore 41 129, и здесь тоже написано 41 129, и цена 39,99. Такие вот дела. Это был у нас магазин Пятерочка. Нашел вот такой вот интересный набор по такой привлекательной цене. К сожалению, больше никаких там наборов не было. Что касаемо обзора этого набора, то скорее всего я его выпущу где-то ближе к выходным, потому что сейчас у меня снимается другой обзор, и чтобы вам так на него намекнуть, я покажу вот этого вот зверька. Ну, тот, кто знает, хорошо разбирается в Лего, тот поймет, на какой обзор у меня скоро будет выпущен. Ну что, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.